Или нельзя? Ну, как бы, я не хочу. Да хорош уже, ну. Я туалет не могу построить, а вы с меня... Серьезно, дома надо будет сраник поставить? Вы серьезно сейчас, да? Ёпонский ты носорог. А куда уходит? Ёпта, мне интересно, как это все проводится. Я хочу такой же универсальный. Посрал, унес и все. Приветствую тебя, Ханти. Средневековый симулятор торговца. Что-то нас тянет в последнее время на симуляторы. Нам предстоит построить свой собственный магазин средневековой горной деревни и покупать, продавать, ну, обычно 90-е, ёпта, мать, стояли все на улице и торговали валенками. Тут примерно система та же, только луковицы, всякая дичь, всякие козявки там. Игрушка стоит 435 рублей, и я сразу перейду к делу. Вроде более-менее требовательная по настройкам, нет русского языка, вообще по настройкам только управления графики и все. Как я говорил, уже бесит то, что они в свет так выпустили игру. Ну, тем людям, которые не обладают знаниями английского языка, это проблематично. Поэтому будем разбираться на ходу, потихоньку, понемножку. Да. Ох, когда же время будет начать самому хоть чуть-чуть подизучивать английский, хоть как-никак, блин, хотя бы... Здравствуйте. Что происходит? Вау, какие прогрузки текстуры, боже мой. Как же это все прекрасно. Что за средневековый мир, а? Окей, скилл, пил. О, кто-то начал тут долбить опять, как всегда, не вовремя. Прошу прощения, но время жгет, время надо сделать. Так, open карта. И у нас есть карта, ребята. Ох ты, как все далеко расположено. А что, на лошадях будем за шаурмой ездить? Или как? Куда бежать? Мужик, ты за тобой бежать или как? Ты мне нужен или что? Ты в магазин пошел? С серпом? Серьезно? Ты грабить пошел? Есть что? Есть что с деньгами? Что тут есть? Фуд. Мы купили фуда. Пожрали даже, наверное. А, это так близко, это магазин, да? А где дверь? Что странные двери такие? Мужик. Мужик. Все, это наш магазин. Ты меня привел к магазу, да? Серьезно? Здорово. Ты теперь работаешь на меня. Тебя зовут Еблай. Work at you hander. Так, подожди, Еблай. Это подожди. А. No money, ёпта. Ты что, еще ничего не заработал, что ли? Серьезно? Подожди, у нас есть workboot, сральник, кровать, стол. Ну давай. Стол хочу. Окей. Please have your booking. Так, стол есть. Давай, вот здесь будем, организуем мы. Сейчас, подожди. Рядышком будет. Это наша будет стоячая штука. Ну, срать, ладно. Будет так стоять. Ты что неровно поставил, слышь, скотина. Так, подходим к этой штуке, и нам, вроде как я понял, нужно теперь книгу купить, да? Все, покупайте книга дешево, книга дешевая, интересная. Очень много знаний здесь, всяких разных замешано. Иногда, если приспичит вдруг кого-то посрать, можно использовать, воспользоваться. Деньги принес? Нету, да, еще? До сих пор нету денег. Почему так плохо работаешь? Я не могу понять. А, это книга сохранения, серьезно? А я деньги требую с ней, ну ладно. Прошу прощения. Подожди. Туалет. Туалет. Где туалет поставим? Серьезно, дома срать будем? Или на... может на улице посрем? Как бы. Это сходить за покупками. Подожди, давайте хотя бы сральник, ну, где-нибудь вот здесь. Или нельзя? Ну, как бы. Я не хочу. Да хорош уже, ну. Я туалет не могу построить, а вы с меня. Серьезно, дома надо будет сральник поставить? Вы серьезно сейчас, да? Ёпонский ты носорог. А куда уходит? Ёпта, мне интересно, как это все проводится. Я хочу такой же универсальный. Посрал, унес и все. Офигеть. И у нас осталось что? Кровать. Я не понимаю, это магазин или что это? Что это за... Кобздец, сказал отец. Ну, допустим, я хочу поставить сюда.
Кровать ставь, ёб твою мать, не делай мне мозги. Ну, Shift, Alt, ротация. Ну, ага. Он не хочет ставить кровать, слышь? А куда я должен? Скажи, что на улице. Я вообще буду рад. Я просто буду восхитителен. Не, ну сральник ты поставил, а рядом должна кровать быть, алё. Как бы ты понимаешь? Ты же понимаешь, что так и должно быть, ладно? Видео. Ты... Не ходи в туалет, оплати деньги, заплати сначала. Так, подожди. А что здесь? Ну, Ваня. Подожди, а может... Да отстань, слышь. А может быть мне надо... У меня есть? Я же купил какой-то хлеб, я же его могу... Мужик. Мужик. Стой. Да подожди, что за... Что происходит? Вот у тебя такая морда странная. Так, хлебушек есть? Подожди, если по карте глянуть? Хом. Она никак не отмечается и нету никакой индикации. Это тоже огромный минус. Я понимаю, местоположение близкое очень, но... Это очень неудобно. Не, ну, соответственно, сральник должен быть на работе, а кровать, наверное, где-то здесь. Давай здесь будем. Давай мы здесь будем жить. Если по логике посмотреть, это у нас home, my home. My home, market. Это market, да, правильно? Где my home? Он где-то должен быть здесь, по сути. У меня нету кровати. Ой. А где вход? Где вход? Эй, что происходит? Нет. Двери странные, все странное. Ты, my home. О, скорее всего, да. Подожди. Так я и сравник, получается. Поставил-то не там. Ой, простите. Это я тут. Ну и... Workbook Savage You Game. Ты должен сохраниться, в смысле. Но я знаю, что в книге нужно сохраняться. Ля, я просто не понимаю. Они даже не показывают. Не, показывало бы хотя бы индикации. Там, не знаю, ориентир. Вот это что? Это дом у меня или что это? My home. Это, скорее всего, ну, книга сохранения. Это, как правило, это дом. Ну, а это... А ты кто такой? Ты крышуешь меня или что? А, подожди. А, я ее могу в инвентарь взять. А это что? На, ящик. Красивый, хороший ящик. Я их должен поставить, правильно? Я так понял. На продажу. Все. Сейчас все организуем. Даже все есть. И у меня есть хорошие ящики, ребят. Что надо сделать? F. Ой, у меня есть хлеб. Теперь я могу продавать хлеб. Это все-таки магаз, да? А, ну да, я же купил 48. Че это плюта? Бляха. Я олень все-таки немножко. Я олень. Ну бывает, ну, как бы. Как не без этого? Все-таки первый свой средневековый бизнес. Хлеб покупай. Хороший хлеб. Вообще нормальный. Четкий. Подожди, я еще посмотрю, что здесь есть. Может, булочку? О, минус одна булка. Тут сожрал. На. Сейчас мы денег заработаем. Да ептар, нахрена? Кончилось? В смысле, все? Булки кончились? Серьезно? Подожди, дай-ка. Оп. Серп, серп, продаю серп, недорого, хороший, качественная заточка, можно рубить дрова, но можно даже постричь кого-нибудь. Есть второй серп, неплохой, достаточно хороший, можно прям делать все, что угодно. Все ваших, как говорится, мне кажется, что-то пропадает. Так, здесь серпы, здесь у нас булочки, булочки, картошка, прошу прощения, это вроде как потато-то-то, да? Так, хорошая, качественная картошка. Удобряют лично люди. Как бы можете покупать. Это совсем недорого, качественно. Давайте еще серпов накидаем. Я думаю, вы очень трудолюбивый крестьянин, да? Все, вот смотри. Купил что? Сейчас рекламирую, блин, пиар-ход. Заходи, не стесняйся. Заходи, заходи. Магазин Михаил Хантик, обращайся. Сделаем скидочку для первого покупателя. Заходи, заходи.
Денег, где очень много плати, мне бизнес расширяй, маму выручай, сыну обучай, все надо деньги давай. Так, что, купил? Есть что? О, 36. Хороший бизнес. Бизнес идет, ребят. Я просто здесь буду. Может, я кровать здесь теперь могу поставить? А что, почему бы нет, а? Почему бы, ёб твою мать, и нет? На работе будем и спать, и срать. Нельзя. Нельзя, говорит. Ладно, посым тогда. Чё ж тогда? Что ж тогда делать-то? Такое ощущение, что он, конечно, под душем моется. Ну, мы никто это не знаем. Так, продавай, короче. Сейчас я схожу куда-нибудь. У меня телега есть. Я сейчас возьму. Привезу что-нибудь. Телегу хлеба. Так, мужик. Да уйди ты, ёпта, ебать, тележка. А, я понял. А, здравствуйте. А, здравствуйте, мне, пожалуйста, 200 хлеба. Все, да? Отлично, доставка сделана. А что пустая? Ну ладно. Ты накидаешь потом, ладно, состряпаешь, накидаешь. Мне серпом надо было добывать. Где? Где хлеб, ёпта, ебать? А, нет, да. Бда. Надо же типа сохраниться. Давайте посмотрим, как она сохраняется. Юмбрид. Это статус сегодняшнего дня. Working. Открытие магазина в 7 утра. Интересно, как они ориентируются. Сохранить. Закрытие. Какое время удобное, да? Отлично. Shop writing. Так, все. О, покупайте, покупайте, дети, покупайте, братья. А можно мне тоже серп взять и покосить что-нибудь, не? Кто-нибудь есть? Добрый, щедрый, кто даст мне товар использованный хоть какой-нибудь. Нет, она достаточно комфортна, но, как сказать... Опа, что это за дичь? Это за дичь с монитором, я не понял. Чуть-чуть скинулось, но это в принципе не так. Так, идет автосохранение. Вот это мой дом, по-любому отвечаю. Отвечаю, это мой дом. Подожди, если сейчас ляжет кровать, это значит мой дом. Правильно? Да. Давай, ногами, ну как ты? Да ладно, че стесняться, ногами вперед. А, да не так. Так, что, поспим? А чего нет? Завтра придем, выручку заберем. Прекрасно, хорошо. Хорошо, магазин ограбили, поди сожгли уже. Теперь мы знаем, где наш дом. Класс, класс. Только срать дома нельзя теперь, а бегать в туалет будем в магазин. Неплохо, неплохо, все очень шикарно. А workbook you to manage your shop. Подожди, я выспался. 7 утра. О-о-о. Опять этот шикарный лаг. Игра на самом деле очень требовательна. Для, ну, по крайней мере, для моего ПК. Все, на работу. Посмотрим, сколько он заработал за это время. Давайте, идите. Какие они все угрюмые. Чистые. Так, 7 утра. Магазин уже давно открыт. Ты на месте? Ты работаешь? 53 заработал. Ты куда остальное дело? Смотри мне в глаза, тварь. Смотри мне, тварь. Он видно, что он врет, а? Он врет, ты че? Ты что, дунул что-то или что? Ну-ка говори правду. Он обосрался. Я ж тебя поставил для этого. Ладно, утром надо поставить. О, да. Здесь чисто, знаете, вот если честно, в плане того, что она интересна, как симулятор, она очень интересна, да? Но в ней... Все равно не хватает какой-то изюминки. В некоторых симуляторах, по крайней мере, ну, на мою память, есть и присутствует даже какой-никакой апгрейд. И это очень считается огромным плюсом и той же какой-то мотивацией дальше играть. Здесь я не вижу. Тупо строится на покупке товара и все. Книга сохранений и больше нифига. То есть у нас инвентарь, кровать, мы все поставили. Мы развиваем бизнес, покупаем деньги, продаем сюда, зарабатываем, покупаем, берем тележку, набираем, закупаем опять товары и выставляем опять у себя по стандарту. Такие уже были игры, даже, ну, они даже получше были. Но единственное, что подача природы, вот это все, она, конечно, прекрасна и красива. Я не спорю. Но
Как-то она меня совсем не мотивирует, не хочет, чтобы я продолжал играть дальше. Скажу так, вот и все. Ну и на этом я закончу нашу ноту, ребятки. 438 рублей все-таки она не стоит. Или 435, ну 400 с чем-то, 100%. Она не стоит, и вряд ли кто-то купит. Поэтому, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.